40% экономии суммы в платежах химчан станут меньше. В городском округе запустили пилотный проект «Реле времени». Теперь освещение в подъезде можно запрограммировать. Новые датчики уже установлены в 4 домах городского округа. В этих подъездах свет будет отключаться с 7 утра и до 6 вечера. А это 11 часов ежедневной экономии электроэнергии. Экономия – это всегда. Любая экономия, она положительна всегда. Работу автоматизированных датчиков лично проверил глава муниципалитета Дмитрий Волошин. И сегодня все понимают, что весь дом не должен освещаться внутри целый день. Нужно использовать только тот свет, который необходим. Если дополнительно нужно будет какое-то освещение, можно позвонить на горячую линию в управляющую компанию, и она уже отдельно пришлет электрика и отрегулирует данный свет. Новые датчики устанавливают муниципальное предприятие ДСЖКУ. До конца года реле времени появится еще в 16 многоквартирных домах городского округа. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.